Что у нас там процесс, короче, идет потихоньку. Народ шебуршится. Вот, под шапку одену, ветер ужас какой. Сейчас время фигу даже, сколько времени, даже не знаю. Вот, ну пока шурфим. Походу тут, я не знаю, что это такое, но очень-очень-очень много монет Николая сейчас идет. Тут практически буквально с 1,5 метров примерно. Так что такие дела. У меня легкая передышка. Смотрим, ребят. Так, клад монет у нас тут. Николая II. Кладуха. Вот она, еще одна. И там. Нет? Или это она выскочила? Она, наверное. О, нифига себе, я глазами-то увидел. Хе-хе. И все в сохранчике таком. Прям очень веселым. 1903 годик. Процессины идут. Что у нас там? Треха. Трешечки. 900-х годов монетосики. Шмурдяк, да? Опа! Вот они. А, не, это даже 1898 трешечка. Трюндель. Подуставший? И вот он, прекрасный сюжет. Мечта каждого. Вот, сохран-то. Сохран просто бомба. Весь кладенец нашел, смотри. Иди. Да, ну, такие вещи на камеру нельзя показывать. Раритетный. На него как кладешь, на этот кладенец. Ну вот он специально для этого сделал, что на него клали. Смотри, еще, блин, пошла. Что там эти? Скифские эти. Да. Пошли сабли. Сейчас пушку отроют. О, блин, вот они. Вот их это. Ну-ка, чуть-чуть их даже вот это в лане прям подержать минуты две, все, пиздец, там они, блядь, будут вообще бомба. Да. А? Согласен. Да, прям вот. Процесс протекает потихонечку. Ребята трудятся вовсю. Работайте, негр, солнце еще высоко. И вот она. Крупничок опять. 1900. Не вижу, какой. 6-й, что ли, год, трешка. Ну, все в таком вот сохране, ребят. Смотрите, сохран просто бомба. Это не какалики уже, это... Прям идеальные монетки. Ребята, процесс у нас протекает. Думаю, камера не открылась до конца. И в этом процессе у нас участвуют преимущественно монетки 3 копейки. Это у нас 1909. Вот он, сохран-то где. Вот он, родимый. Вот он. Прелесть-то какая. С пылу с жару. С пылу с жару. Монетосинки. И тут тоже, наверное, 900. Да, 913. О, красота. Ветрище поднялся такой душевный. Вроде солнышко, да, такая погода, а ветер какой-то холодный. А ветер такой мерзопакостный. Ух, надо шапку опять одевать. Ух, даже передохнуть-то некогда. Нам даже это, без передышки ворочаем делами тут. О, видишь, опять пошло. 1903. На номинал, наверное, что показывать на приборе? 3 копейки 1900-х годов, да? А, эта сторона подзатертая. Немножко так. Вот она. Вот, с пылу с жару. Монетосинка. Душечка 903. Не, ребят, так нельзя издеваться. Надо
передышку устраивать. Тушечка пошла. Тут правда, что ли, клад у нас какой-то. И сохранчики, смотрите, как он. Ух, ух, прелесть-то. Вот это прелесть. Там еще может быть один. Теперь душечки, душечки. 1899. Брать больше не железо, все равно тянется, сука. Не матерись. Матершинник. А то как тут раз пришлось. А то как тут раз пришлось запикивать аж. Цензуру на камеру ставь. Ага. Там вот что-то показывают у нас в стене. Кирпич, что ли? Кирпич, что? О, а что это? Ну-ка. Дай-ка тушку. Давай. Не. Что-то другое, да? Ну-ка. Дай-ка. Не, все уже. Ну все, дай. Скинул уже, значит. Ну что-то такое, мне просто мне неудобно ли рукой мотать. Что-то тут у тебя везде все сигналит, я не понимаю. Ну вот у нас и белонище. 20 какой? 23-й, по-моему. Ну какой. Вот он. Прелесть. Ну что, вываливаются тут они кучками, блин. Вываливается. Душечка, 913-й. Сегодня у нас Николаи идут. Ух-ух-ух. Ух. Аж это, даже усталость уже. Но приятная. Усталость приятная. 912-й. Еще душка. Ну все, кладуха у нас тут. Еще 912-й. Тоже в сохранчике. Вся будет в хорошем. И бодрячком все монетки. Вот, ребят, в целях уже экономии времени и усталость решил показывать кучками вам эти монетки. Все, Николай II идет пока. Такие, в основном 900-е года идут. 905-й, 906-й. Вот как-то так. Эх, зацепилось, блин, чуть. Ну, тут кирпичики. Чуть зацепчик. 1896-й. Вот она, да? Ну... Опять. Вот как камеру включу, слышишь, опять? Матершинник. 914. Эх, сейчас. 917 бы сейчас. Было бы весело. Но, к сожалению, увы. На стене, блядь. Еще у нас. 909 год. Монитосинка. Веселушечки. Веселушки тут у нас идут, да? Все. Вот у этого оператора прибора в стене был сигнал хороший. Куда делся? Да не делся, он плохой был сигнал. Как плохой? Орал-то прям на пятак, Катин. Все. Я уж хотел зрителей, думал, блин, обрадовать. Вот это да! Убитый! Да где он убитый? Надо просто... Вон, патинка видно, надо чистить. Только кто это у нас, я не пойму. Надо еще глянуть, кто это. Пятак Катин, шалещать. Да тут что-то непонятно пока. Какой-то ушатанный говно. Сейчас взмоем его немножко. Втрепанул лопатой еще чуть капельку. Ну а так, сейчас помоем, позырим, кто это. Отходи! Ну вот, собственно говоря, как получилось почистить. Что-то здоровое. Наверное, здесь копейка что ли было. Надо чистить, короче. Вот она в такой печальке. Да еще она, скорее всего, при жизни подзатерта монетка была. Ну, почистим, посмотрим потом. Ну, здоровая шайба такая. Уху-ху. От души. Ну, вот. Как-то вот так вот. По крайней мере, на данный момент.
Красота. Сегодня, ребят, денек такой. Ой, какой-то прям шебутной. Даже не знаю, как сказать. Погода классная. Уже второй день, погода вообще такая шикардос, можно сказать. Но, блин, день сегодня такой шебутной. Туда что-то сбегал, сюда сбегал. Там покопался. Вот. Ну, находки вроде бы есть, и это уже, можно сказать, хорошо. И, конечно же, это радостно. Вот. Но, блин, уже устал. Сейчас, наверное, скоро будем заканчивать, так как нам до транспорта это еще идти практически 3 километра топать. Вот. Покушать приготовить. Пока покушать приготовим. Уже время будет. Ну и перекусим и спать ляжем. Ну, сейчас уже вечер, правда, не знаю точно, сколько еще времени смотрел. Но сейчас, думаю, скоро уже будем потихонечку выдвигаться. Ну все, вон располагаемся сейчас. Ужинаем. И баиньки до утра, ребята. Все, трудовой день наш сегодня закончен. Всем спокойной ночи.